Имбирь. Лемонграсс. Хрен. Кардамон. Кориандр. Тмин и зира. Сладко-острый перец. Чеснок. Анчоусы. Оливковое масло. Вино. Тринити. Морковь, селери. Часть тринити. Морковь, селери и парсник. Можно немного посолить. И поперчить. Говяжье бедро. Я сделал продольные надрезы с обоих сторон. Мясо можно посолить. Последняя часть тринити – лук. Много лука. Здесь 5 больших луковиц. Посолить. Лавровый лист. Вино – томатная паста. Делаем огонь минимальный. Хорошо, дают розмарин и орегано. Итак, это 4 часа. Красный соус. И вот оно, наше мясо. Расходится. Идеальная кондиция. Попробуем его достать. Петрушка. Немножко базилика. Если есть тархун, например, то добавить сюда много тархуна будет почти как чахохбили.